Если вас мучает вопрос, в какой день можно встретить на дороге доброго стража порядка, мы вам подскажем. 3 июля. Ежегодно в этот день в нашей стране отмечается День ГАИ. Евгений Георгиев работает в госавтоинспекции уже 13 лет. Он устроился на работу по совету друзей и за все время службы ни разу не пожалел о своем выборе. Тут общаешься с людьми абсолютно разной категории. И каждая разная категория рассказывает про свою жизнь. И намного шире взгляд на данную жизнь. Потому что когда живешь своей жизнью, это одна линия, и больше ничего не видишь. А тут у каждого свои проблемы. Семейные бывают также проблемы у каждого. Вот рассказывают, общаешься, вот. Как говорится, век живи, век учись. За свою долгую службу Евгений повидал и побывал в совершенно разных ситуациях. Ведь каждый день на дороге полон сюрпризов. А сегодня, 3 июля, день особенный. В этот день свое 78-летие празднует Госавтоинспекция России. День ГАИ – любимый праздник не только самих стражей порядка, но и всех водителей, полагающих, что именно 3 июля гаишники на дорогах добрые и понимающие. В этот день все властелины жезла получают поздравления не только от водителей, родственников и друзей, ну и, конечно, от своих коллег. Лично себя хочу поздравить всех сотрудников ГИБДД, ветеранов, которые служат, служили. И даже тех, которые хотят быть сотрудником ГИБДД. Главное, чтобы было взаимопонимание. И всем с праздником. В честь такого памятного события начальник управления ГИБДД по Чувашии вручил работникам госавтоинспекции благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей. Машин с каждым днем становится все больше, движение опасней, да и качество дорог не лучшим образом влияет на обстановку на трассах. А это значит, что сотрудникам ГАИ работы хватает всегда. Так что нам остается только пожелать сотрудникам безопасного движения и спокойной службы, а водителям и пешеходам соблюдать правила. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.